Здравствуйте! Сегодня в этом видеоуроке я вам покажу, как сделать такую декоративную снежинку, чтобы украсить наши красивые комнаты. Для этого нам понадобится бумага простая и нарезать 20 таких линий. Примерно здесь 6 миллиметров ширина. 20 таких полосочек нарежьте. Для этого нам пригодится степлер, ножницы. Ставим 3 полосочки. Можете вот так их распределить на столе и будем вдевать. Так, мы уже одну так сделали. Значит, приподнимаем. Вот так. Вы смотрите и повторяйте за мной. С этой стороны 5 полосочек, и с этой стороны должно быть 5 полосочек. Потом будем крепить степлером. У кого нет степлера, можете соединять обычным клеем. Это, в принципе, снежинка. Не так сложно делать ее. Вот так поправляем. С одной стороны у нас получилось 5. Теперь с этой стороны нам тоже нужно зафиксировать 5 полосочек. Вот так их поправим. Последнее. Теперь поставим вот в таком положении.
Теперь для этого нам нужно будет две книжки еще. Вот так вот две книжечки положим и начнем фиксировать нашу снежинку. Берем степлер и соединяем. Потом следующую вот здесь примерно соединяем. Степлером, конечно, удобнее работать. Теперь следующее крепим, одеваем вот так. Следующую разворачиваем, немножко их приближаем, снова книжечки кладем. И так со всех сторон прикрепляем. Управляем. Так.
Продолжаем. Дальше. Так, можете это все соединить серединку. Так вот, поправить все. Так, ну мы деталь приготовили. Сейчас мы делаем еще одну такую же. Вот так вот все поправьте пальчиками. Вот. И делаем еще одну такую же. И потом мы будем их соединять. Можете сделать из разноцветных полосочек. Очень будет тоже красиво, декоративно будет снежинка смотреться. Из белой, голубой, из блестящей цветной бумаги. На одной стороне у нас 5 получилось полосочек, здесь 3, и теперь мы здесь тоже делаем 5. В принципе, ничего такого здесь сложного нету, смотрится очень красиво, нарядно. Я даже вот такую приобрела веревочку. Такую блестящую повесить. Вы можете из ниточки сделать. Можно даже крючком связать веревочку из воздушных петель.
так, 1, 2, 3, 4, 5. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Это оказалось у нас лишним. Теперь также разворачиваем, ложим книжечки наши. Книжечками удобнее. Эту снежинку пока мы ее просто отодвинем, в сторону уберем. И также крепим. Именно где-то здесь отсюда промежуток сантиметр. А здесь крест-накрест получается. Лепесточки снежинки. Теперь мы будем соединять. Так, поправили. Теперь ложим вот так. А эту часть мы положим вот так. Теперь вот эти полосочки вдеваем со внутренней стороны и мы их крепим. Дальше пока нижнюю часть крепим. Следующую полосочку берем, одеваем, крепим. И следующую полосочку с нижней части тоже так же одеваем и крепим. Последняя. Потом будем переворачивать снова снежинку. И с другой стороны мы будем оформлять тоже так же. Крепим.
лепить. Теперь разворачиваем. Теперь эти полосочки тоже так же крепим. И лишнее будем обрезать. Теперь мы лишние будем обрезать, чтобы такие красивые у нас были лепесточки, снежинки. В принципе, и наша снежинка готова. Вот, можете также поправить. Вот такая снежиночка у нас декоративная. И теперь мы можем сделать веревочку. Видите, декоративную веревочку. В принципе, все. Снежинка наша готова. До свидания.